Мы всегда с гордостью и любовью называем это имя, имя народного артиста Республики Башкортостан, а также советника по делам культуры президента Башкортостана. Это уважаемый Олег Хусаинович Киреев. Всегда рады вас видеть. Народный артист Башкортостана, это обычно равняется заслуженному артисту России. Это почти близко. Среди возрастной категории, которые интересуются не только медицинскими рецептами и народными средствами, какова категория граждан, жителей страны, которые еще слушают музыку? И каков их процент, вот по вашему мнению? Я, во-первых, отвечу красивой ведущей, что все-таки народный артист Башкортостана для меня более, может быть, значимо, чем заслуженный артист России. А почему? Потому что все-таки это моя родина, и мы республика в составе Российской Федерации. И то, и другое звание очень почетное. И, конечно же, мне хотелось бы сказать, что когда артисту достается этого звания, то, естественно, еще больше появляется ответственность. Это никакие некрасивые слова, это так и есть. Хотя когда-то я относился к юморам, к званиям, я осознал, что, в принципе, это действительно, наверное, правильная вещь. Для меня всегда, как джаз-музыкант, было раньше удивительно. Заслуженный артист Соединенных Штатов Америки. То есть, но я умудрился и там, в принципе, получить звание номинанта на премию Грэмми в 2008 году за альбом «Мандалы», который воплощал в себе и татарские, и башкирские, и вообще китайские, еврейские сочетания. То есть расширенный такой объем материала, который рождался когда-то в Арване. Все-таки Арван все-таки специализировался и фокусирует свое творчество именно на раскрытии потенциала нашей народной башкирско-татарской темы, а средствами джаза, что еще двигается. В Советском Союзе, который был представлен как фольк-роковым джазовым направлением. Конечно, в ту пору по разнарядке в разных союзных республиках играли ансамбли, где-то гюнеш, где-то ялла, вот примерно такого направления, я имею в виду этно-направление. И благодаря вот этой советской разнарядке, по сути-то, и появились вот эти группы, это же прекрасно, когда поддерживалась, так сказать, национальная самобытность. Конечно, конечно. И это могущество, по сути, это страны было в свое время. В принципе, абсолютно правильный, очень красивый и очень хороший вопрос вы задали. Если вспоминать Советский Союз, это была разнарядка, например, Союз композиторов СССР. А действительно, там было у них прописано, что надо аранжировать народную музыку. И в нашей ситуации, в том числе и гунеш, кстати, замечательный, я думаю, что эти коллективы, которых уже нету, это действительно, их уже нету. А это одна из тех добрых и хороших историй,
большой страны, которую мы потеряли. Не побоюсь этого слова сказать. Солист Олег Киреев прежде всего стал известен уже там много лет назад у нас здесь в стране как артист, исполняющий этно-джаз. Такая вот специфическая значит, музыка. И в то же время мы знаем, что Олег Киреев много поработал за пределами нашей родины, там, в Англии, в Америке, в Восточной Европе. И если, допустим, здесь у нас, в России, саксофонисту, вообще джазмену, нужно играть по-американски, да, чтобы вот как заявить, так сказать, что вот я сильный джазмен. Тут там, где-то за пределами, нужно ли играть именно по-американски, или все-таки там требуется какой-то артист со своим национальным колоритом из своей страны, вот как вот, представитель там, допустим, этно-джаза. Вот и то, и другое, но в первую очередь, конечно, в Америке надо играть по-американски. Если приехать там, в Чувашию, то желательно разговаривать по-чувашски, во Франции, по-французски, как с языком, да? А тогда, так говорится, больше открытой дороги и взаимопонимания. Но когда ты приезжаешь в Америку и один, то, естественно, ты должен играть их музыку и должен быть на высоте вместе с ними. Thank you.
стране часто культивируются вещи, далекие от культуры, конечно, мне это очень неприятно. Я все-таки стараюсь помнить, что было в Советский Союз, тоже со многими минусами. Но в плане культуры, в плане развития жанров, писательства, состояние общества, образование, то, чего мы, к сожалению, многого не добираем с того времени, и тех ценностей, демократических ценностей, настоящих социально-демократических ценностей, которые можно было взять хороших примеров. Почему-то мы... Очень спорный вопрос это про российский джаз, советский джаз, прекрасный российский советский джаз. Это отдельная тема, можно сказать, почему я здесь перестаю практически играть такую музыку, тоже могу сказать почему. В общем-то, наверное, ответил. То есть ты с американцами там не устраивал вот этот национальный пицца? Играть никогда практически такой не играл. Ну, были моменты кроватые, а такую цельную программу нет, конечно. С американцами я играю либо авторскую музыку, но она все-таки в мейнстриме американском, либо это стандарт, что мы сейчас с Женей сделаем, но не более старый такой, старой школе. Потому что сейчас, я так понимаю, многие интересующиеся саксофоном, моя задача сегодня максимально раскрыть краски этого инструмента. А где краски? В первую очередь они в школе саксофоновые, то есть в тех гениях или выдающихся музыкантах, которые были на начало века, до, там, скажем, 50-х, 60-х годов. Так вот, возвращаясь к Америке, в Америке, конечно, наслаждение играть джаз, мейнстрим и американский джаз, потому что тебя окружают музыканты американские, для которых не надо объяснять, что такое ритм, что такое свинг, ты просто наслаждаешься игрой с ними. Здесь это возникает целая трагедия. Ну, нет у нас ритм-секции. Или она рождается, вот мы ее как крупицы собираем с Женей. Я очень люблю несколько музыкантов, которых я же сам воспитал частично, чтобы хоть как-то с ними играть эту музыку. И у нас хорошо получается, в принципе, здесь. Но так уже выйти с кем-то, с российскими музыкантами, я побоюсь. Я имею в виду зайти в секцию, в том числе не по импианистам, нашим известным. Надо любить не себя в музыке, а музыку в себе, наверное, скорее всего, и аудиторию, и музыку. А не приходите показывать, какой я замечательный барабанщик и басист. Это самое главное. Счастлив, что мы созданы Творцом, это правда. Для меня безусловная правда, что на какой-то планете, одной из миллиардов планет, выбрана такая форма, как наша жизнь, со всем многообразием. И, конечно же, это удивительное путешествие в нашей жизни, ваша, моя, и очень здорово, что мы путешествуем.